Друзья, всем привет. Всем привет. Сегодня мы были на рыбалке. На разведке. На разведке, потому что мы как-то так задумались, что все меньше у нас остается любимых озер. Куда-то подошли лесовозные дороги, и туда начали ездить много людей, ловить сетками. Да. Вот какие-то места, как было наше любимое, туда пришли тоже какие-то люди, все испохабили на озере, и нам уже туда просто не хочется ходить. Да. Поэтому мы решили сходить на разведку. На новое место, да, узнать, что и как. Заехали в глушь. Ну, кажется, что заехали в глушь. Что за глушь такая, где можно заехать? Но это действительно глушь, куда уже мало кто ездит. Старые-старые вырубки, уже заросшие, старая дорога. Вот. И не сказать, что это было просто результативно, но это было интересно. Да. И мы обнаружили одну перспективную ламбину. И еще неплохую маленькую ламбушку, где хорошо клюет окунь. В общем, смотрите, что было у нас на сегодняшней рыбалке. Всем приятного просмотра. До новых встреч. Какие тут старые вырубки. Это ж когда-то тут все снесли, уже выросло вот это все. Да. Ты нас туда ведешь хоть? Ага. Ну сейчас и солнца нету. Ну, может, да, это... может быть, все получится. Но... Давай, я качаюсь, короче. И поплывем. Весь, пожалуйста, зависит. Так, пришла. Все. Ну, а видно, холодная что это. Вот тут еще не все повылазим. Да. Ну, пойдем вот туда сплаваем. Да, мы же инженеры. Да. Посмотрим, что будет клевать. Получается, на здесь и вот там еще у нее загиб. Да, там большой. Но... Ну, а мы начнем с малого загиба. И даже окушок не шевелится, да? Ну, как вот на той мы были, очень-очень красивой. Но очень-очень... прозрачной. Лопуховый загудок. Опа, есть. Вот там первый претендент. Светленький окушок. Чего и следовало ожидать. Хорошо, хоть это солнце не стоит. Да. Надо подпискать. Опа, еще один окушок. На кушку берет. Таким делом не спокойно. Смотрите, окушок. Ого. Так, сейчас подожди, бадью открою. Опа, 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 Бадья не открыта. Бадья не открыта, у меня тут блесны разложены. Так. Опа. Ну, вообще такой. Нифига себе. Да. Не, ну окунь-то довольно неплохой же клюнул. Да, да, да. Ну, вода прозрачная вообще, у моего виброхвоста видно. Просто на километр. Опа, прямо около кушки. Ничего, кушки как и кушки. Опа, я только закинул. Под лодкой что ли стоят? На мэпсика, да? Ну.
Ну, значит, им такая расцветка нравится. Причем мой виброхвост не катит. Да? А? Оп. Блин, опять головок. Опа. Ух ты, тоже хороший кусок. Клюква одна или желтенькая. Начальные забросы совсем-совсем неплохие. Да-да. Что, мелкая загубина. Ее мы обследовали. Надо плыть дальше. И на вялку, и на копчение вообще, да? Нормалек. Да. Ну, да, потому что даже если кто-то тут когда-то нагадил, природа уже все это зачистила. А сейчас похоже, что давно никто не плавал здесь. Ну, он клюнул вот здесь вот прямо. Так вот я увидел. Да, это ты, точно. Ну что, поплывем, посмотрим на ту загубину. Да. Ее обследуем. Что там, с той стороны? Да. Ну да, вот такое озеро, как блюдце. Тут кувшинки. Ну вот там вроде дальше есть что-то вдоль берега. Ну сейчас посмотрим. Берег красивый. Кто-то кинулся прямо. Видно было, да, по сверху. Оп. Да, какой-то окушок. Ну да, так как-то ни особых неровностей не видно. Ни кувшинок. Ну а проплыть, посмотреть. Может где-то загубинки есть. Не докатился чуть-чуть. Да. Что-то ему помешало. Окунь. Не догоняет, короче. Слишком быстро для него. Какие-то окуни здесь медленные. Да красиво вообще, да просто супер. У нас же не бывает неудачных рыбалок. В Карелии вообще в принципе не может быть, да, неудачной рыбалки. Потому что если не наберешь рыбой, доберешь красотой окружающей. Да. Так что... Все супер. Ну вот какой камень увидели, да? Ну да. Так, кайфово тут там. Да хороший берег такой, да? Вообще. И кто-то здесь был давно. Давно-давно, да. Да. Ну. Баночка уже выцвела вся. Так она и старая, алюминиевая. Да. Таких банков сейчас нету конфеты, да? Ага. Ну да, ты нету. Не штампована. Сколько лет ей?
Вот еще одна. Бутылка. Ну, бутылку мы заберем. Тоже уже потрескалась. Надо же. А, нет, от костра, наверное. Такие места, что чисто, чисто да. Вообще так. А вот берег такой красивый, да? Но, и берег вот этот, который на некоторых озерах так образован, такими ровненькие. Но он уже зарос, конечно, тут внизу камни, но они просто, они прилизанные получаются ледником. Когда он их протащил, вот так вот выровнял, тут утрамбовал. Прикольная картинка. Короче, в одной линзе я, в другой ты. Помаши маме ручкой. Весь мусор. Я еще залью, что-то там еще дымится. В общем, ты иди, да, там это, я пока приплыву, ты окуня вымани там, из-под кувшинок. Такой окунь, малочисленный. Ну да. Не, ну за блесной тут приходит к берегу стайки. Мелочи-то. Не, видишь, ему негде кучковаться. Если бы клубешник сделать, они бы тусовались бы. Ага. Ну главное, что он есть, он берет вообще отлично, да? Ну да. Сразу не за год такой. Ну что-то вот на середине особо не клюет. Он, наверное, к берегу сместился. Ох ты, блин! А я решил поменять, кстати, наживку, Серега. Мэпсика поменял на черного с розовыми или оранжевыми крапинками. Такой нормальный. Ну, а как на глубине, как будто, да, где-то там? А не знаю, он, по-моему, пришел за ним. Такой хороший, блин. Но. Приятненький. Ну, потому что не с проводки взял, а так. На вертикалку. Ну, да. Мы на вторую ламбину? Да, ну кто по пути шли, да. Пошли, конечно. А, так она совсем рядом. Да. Но если там в скалах, это в болоте. В болоте почти, да? Вот такие ламбушки, они иногда таят. Сюрпризы. Такие, да. Невероятные сюрпризы. Ну, надо чуть-чуть покидать, да? Да. Ну, тут кто-то ходил. Что за зверь? На копыта похоже. Ну, там лось ходил, на том тоже. А кусок есть. О, а клюет еще, ничего себе. Нормальный окушок. Ну какой, да. Ну такой. Довольно-таки неплохой. Нормальный окунь. Опа. Вообще нормальный, Серега, смотри. Ты что? Ну,
Из-под берега самого. Говорят, там Серега, место окуня на... вообще приятные, слушай. Так я и говорю. Грамм по 150. Ну. Главное место найти, да? Слушай, да я вот просто кидаю и все. И они ловятся. Нет, так я говорю, как будто там место какое-то. Ну, вот такие, и красивый такой желтенький, да? Все, я понял, где они стоят. В заводе там. Еще один. На 150. Мимо нее проводишь, и они выскакивают в атаку. О, пошел, прямо видно. Вот у них там туса. Но это поменьше. Но тоже нормальный. Короче, найти тусу, да? Ага. Догонял, чуть-чуть не догнал, но все равно атаковал. Сейчас атакует точно. Вот он. Ох ты! Хо-хо-хо-хо-хо! А этот уже за 200. А ты че? У тебя-то клюет? Ну поклевывает, но тусы нету. Так-то тыкает. Где-то туса. Сейчас найдем тусу и все. Такие атаки, обалдеть. Опа. Ну, заглатывает на три крючка, пук и все. Класс. Ну классно. Раз и взял. Раз и взял. Ну. Не на 200, но Сереге на вялку пойдет. Опа, есть. Фух, ну вообще, слушай, но у меня здесь туса точно. Сейчас я тоже тусу найду. На магнитовский пакет. И глубина небольшая, Серега. Да, ну, понятно. Кто-то кинулся такой нормальный. Ну, нормальный. Не сказать, что крупный, но разводы пошли такие хорошие. Да, тут с удочкой можно было встать и тягать быстрее, чем спиннингом. Ох ты! Ох ты! Раз и все. Мэпсик работает. Пошел, кто-то пошел. Окунь. Конечно. Кто же еще мог пойти? Окунь? Какого размера? Так, нужен пакет.
мусор временно выкладываю. Пакет забираю. Вот в этом закутке они прячутся. Вернее, прятались. Я всех уже выловил. Ух ты, как хорошо взял. Опа, пошел сразу. Только увидел. Видно было, как от берега ринулся. Это Сереге на вялку. Хороший такой берег, ровненький, чистый. Комфортно с него забрасывать и идти комфортно. Опа. Ух, какой хороший. Хо-хо. Красавец. Я уже поднимал блесну, опа, и он цеплялся, но сошел. А во второй раз не сошел. Серега, ну чё ты? А чё ты не нашел тусу? Так иди сюда, там впереди вон еще кувшинки. А? Ну давай. Да. И тут окунь клюет. Опа. Но там не было кувшинок. А тут есть. Я вот здесь не ловил. Вот от поворота. Нет, там ловил, вот чуть-чуть дальше не ловил. Тут окунь вообще так дает. Да, он и берет сразу в три крючка. А в кувшинках что-то не клюет. Странно. Ну-ка пройду дальше. Коряшки. О, у коряжек окунь есть. Да. Ну вот в кувшинках клюет, но как-то не так. В разные клубы, Андрюха. Там лучше клевало. Как так-то? Там окунь был, здесь его нету. Как так? Серега пошел назад. Ну что, Серега, идем? Да, идем домой. Все, похоже, я всех окуней поймал в этой ламбине. Ну сейчас я проводил, там какой-то клюнул, но не засекся. Да, похоже, точно всех. Ну что интересно, там вот дальше получается, ну как бы, берег более глубокий. Там речка, наверное, вытекает, а туда долго не возможно. Вытекает? Вытекает. И вот там вообще совсем по-другому клюет. Ну может быть просто сейчас уже клев прекращается, он вообще нигде. Вот такая у нас сейчас пора. Вот столько у нас мошкары. Конечно, кошмар. Хорошо, что она в машине теряет ориентацию уже в пространстве и не кусает. Пытается вырваться на волю.